Оперативники ФСБ и МВД задержали жителя Вологодской области, который находился в федеральном розыске. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Чувашский житель Вологодчины представлялся членом общероссийской общественной организации, которая контролирует деятельность уголовно-исполнительной системы. В Чувашии он предпринимал попытки облегчить условия содержания в камере СИЗО одного из подсудимых, который обвинялся в вымогательстве и хищении 50 миллионов рублей. Сейчас задержанный передан правоохранительным органам Вологодской области.